дорогой вы наш. Спасибо. Поздравляю вас с наступающим вас праздником. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам за все. Главные герои Дня Победы – ветераны. Депутат Московской областной думы Олег Гаджиев лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны, рядового 1-й танковой армии, минометчика Дмитрия Константиновича Гончарова. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт. Это был 1943 год. Мы все это прошли. Это же я вот от Витебска и Орши, всю Белоруссию, потом Литва, потом часть Польши и это самое... Восточной Пруссии, и там у меня осколок заскочил в голову сюда. Вот. Я стал годным к строевой службе. Но не тут-то было. Мы рвались на фронт все. За фронтовые два года у Дмитрия Константиновича было немало ситуаций, когда он сам оказывался на волосок от смерти, получил два осколочных ранения. Но, несмотря на опасения врачей, боец каждый раз чудом оправлялся от полученных ран и возвращался в войска. В июле Дмитрию Константиновичу исполняется 98 лет, но он и сейчас служит примером бодрости и оптимизма для подрастающего поколения. И нам всем очень важно знать, как живут наши ветераны, как они прожили ту жизнь, как они прошли этот момент войны, как они его пережили. И мы обязаны вот это вот чувство, эмоции передать нашим детям. И если мы будем из поколения в поколение и дальше передавать эту историю, но наша страна так останется всегда самой мощной, самой сильной и непобедимой. Поздравили Дмитрия Константиновича от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева. Представитель соцзащиты передала ветерану поздравления и небольшой подарок. Татьяна Мельникова, Вячеслав Шумов, программа «События».